Panda. I got broads in Atlanta. Since you told me in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Работа Оргкомитета продлится до 2 июля 2019 года. Уже в июле в итальянском Неаполе на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта, ФИСА, будет объявлено место проведения Всемирной летней универсиады 2023 года. Перед этим, в июне, Свердловская область должна представить ФИСА свою заявочную книгу на проведение в Екатеринбурге универсиады, говорится в сообщении. В состав регионального оргкомитета вошли 34 человека. Среди них, первый заместитель губернатора Алексей Орлов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, ректор УРФУ Виктор Кокшаров. В сообщении также отмечается, что в ближайшее время Министерство физической культуры и спорта Свердловской области разработает и представит Оргкомитету план по реализации заявочной кампании. Во время универсиады Екатеринбург планирует принять 200 тысяч гостей из 150 стран, в том числе 12 тысяч спортсменов. Соревнования планируется провести на 18 спортивных сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще 5 появятся в ближайшие годы. Это арена УГМК, Центр художественной гимнастики, Дворец самбо, Теннисный центр и Дворец водных видов спорта. В рамках Универсиады 2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу соревнований входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.